Как получить грант на развитие личного хозяйства и какие документы нужны? На эти вопросы готовы ответить специалисты Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации. Выездные семинары проводят в каждом районе области. В поселке Новоселки Меликесского района о мерах господдержки рассказали всем желающим. Такие семинары, они нужны благодаря вот нашим победителям, которые прошли в прошлом году. Очень много граждан Меликесского района задают вопросы, как поучаствовать, как получить данную меру поддержку. В связи с этим, благодаря Центру компетентности Ульяновской области, мы проводим такие семинары по кустам. Благодаря реализации новой программы «Агростартап» в прошлом году 4 жителя района получили финансовую поддержку. Одна из них – Людмила Затеева. Девушка работала юристом в ЖКХ, но после декрета решила кардинально сменить сферу деятельности и начала развивать семейную ферму. До участия в конкурсе на получение «Агростартапа» в хозяйстве выращивали свиней. Но с падением спроса на свинину Людмила занялась производством молока. В настоящее время у нас 40 голов коров, 10 которых у нас было своих, и 30 мы приобрели на средства гранта. Также хозяйство Людмилы входит в кооператив «Филипповский». Кстати, участие в агростартапе – это возможность получить у государства на безвозмездной основе до 3 миллионов рублей на развитие своего хозяйства или до 4 миллионов рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. Преимущественные направления – это приобретение сельхозтехники, оборудования и крупного рогатого скота. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.